привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и всем тем, кто заглянул на мой канал. Канал Тамары Ши. Ну что, дорогие мои девочки, как всегда, кому-то может быть и не нравится, что Тамара Ши приходит в южнокорейскую одежду. Стильную, модную, ряд Г, место 23В24. Но Тамара Ши любит этот бутик, потому что здесь очень много ярких красок. В том числе и мы одеваем наших модных стильных женщин, девушек. И очень любят этот бутик наши девочки. Девочки, спасибо огромное, кто покупает, приобретает и ждет всегда новиночек от этого бутика. Здравствуй, Анюта. Привет, здравствуйте, привет. Тамара. Здравствуйте, подписчики Тамары Ши. Наши подписчики, наши покупатели. Спасибо вам за доверие. Я хочу вам показать новые куртки, новые кофты, новые брючки. Все, что мы получили. Вот наша визиточка. Так, немножко вот так, пожалуйста. Девочки, кому интересно, пожалуйста, номера, звоним, пишем, подписываемся на соцсети девчонок. И, конечно же, выбираем стильную модную корейскую одежду. Анют, скажи, пожалуйста, с какого по какой размер у вас одежда? Сейчас мы получили куртки от 44 размера и до 70-го. Также какой ассортимент в вашем бутике? Потому что очень многие мне подписчики задают вопросы, и я вам задаю. У нас есть костюмы, у нас есть кофты, у нас есть брючки. Но есть брючки, которые идут в одном размере. То есть, если кто-то носит оверсайз, то есть свободный стиль, они как бы садятся и на 48, и на 46, и до 54. Есть, конечно, модели, которые садятся и больше, там, и до 60 размера. А самый большой размер в вашем бутике? По курткам 70-72. А самый маленький, потому что малышки тоже стали мне задавать вопросы по вашему бутику. Почему только большие возите? Ну, потому что отшивается для больших девочек, потому что на маленьких и так везде всего много. А так у нас как бы, ну, есть маленькие размеры, но если девочки носят оверсайз. Ну вот самый маленький, какую девочку можно приодеть красиво? Ну, вот самую маленькую девочку можно одеть 46 размера. 46, да? Да. Спасибо большое. Ну что, давай будем хвалиться новинками. Получили мы куртки. Куртка идет комбинированная, видите, она матовая идет и глянцевая. Курточки идут с 58 размера, с 56 по 70. Здесь хорошая длина, вточной рукав. Я на себя ее одену. Прям твой любимый цвет вижу. Да, салатовый. Вот, куртка сидит хорошо. Я говорю, точный рукав. Ничего лишнего. Есть манжет. То есть все боятся, что будет задувать. Здесь ничего задувать не будет. Размеры и цена его? Ее. Ее 5500. Размер идет с 56 по 70. Здесь есть внизу кулисочка. То есть можно подзатянуть и сделать бомбером. Угу, спасибо. Девчонки, также получили вот модель куртки. Здесь такая ближе к классике, кто не любит. Ничего лишнего нету. Полная длина рукава. Наполнитель внутри холофайбер. Цена такой курточки 4500. Она в двух расцветочках. Идет с 48 размера по 58. Есть серая и есть хаки цвет. Также получили модель куртки. Это Барбара. У нее такой, видите, леопард подкладочка. Здесь идет отстегивающийся рукавчик. То есть можно отстегнуть, и будет у вас 3/4 рукав. Курточка садится до 52 размера. Вот на меня она, конечно, чуть-чуть маловато. Ну такая автоледи. Девчонки, цена этой курточки 5000. Вообще, моделечка очень клевая. Здесь летучая мышь. Удобный, очень удобный капюшон. Также получили пальто. Это Барбара. Очень классная модель. Здесь идет съемный рукав. То есть, тоже куртку можно сделать жилетом. Размерчик идет где-то 56-58. Полная длина рукава. Очень удобный капюшон. Она идет на карабинах. И также она спокойно, видите, кнопочки расстегнул. Она очень легкая, мягкая и комфортная. Цена ее? Цена его, этого пальто, 7500.
Девчонки, также хочу вам сказать про цветовую гамму этого пальто. Оно есть зеленое, фуксия, хаки, черное. Расцветок много, поэтому спешим, заказываем и утепляемся. Девчонки, хочу вам показать еще модели курток. Они идут тоже в разных расцветочках. Вот у нас есть белая, зеленая, также они есть черные, фуксия. Тоже очень классная модель. Большие, можно, да, размеры? Большой размер, там где-то, ну, 62-64 будет хорошо. Здесь модненький идет манжетик, трикотаж. Ее можно как и классику одеть, так и под спорт. Цена этой курточки 6500. Шикарная модель. И также хочу вам показать модель. Это тоже Барбара. Размер у нее 56-58. Хорошая длина до середины икры. Очень удобно. Здесь есть молния и есть кнопки. И молния вот тут идет реверсная. То есть метро, автобус, машина. Очень удобно. Здесь идет тоже манжетик. Моделечка очень клевая. Цена этой моделечки 6500. И карманы, обратите внимание, как сделаны карманы. Двойные, да? Да. Угу. Выше и вверх. Очень и ниже. Удобно. Девчонки, также получили дубленочки. Даже это не дубленочка, это получится как пончо. Здесь идет сверху шерсть. Внутри идет тоже набивная шерсть. Вот они идут в двух расцветочках. Одну я одела на себя. Размер здесь очень хороший. Очень креативная модель. Угу. Она идет, видите, бледно-голубая и бежка. То, кто любит по более пастельные тона, как бы не любит яркости, но модель очень креативная. И самое главное, цена легкая. Модели, да, 6500. Она очень легкая, очень мягкая и очень теплая. Наш бутик всегда вас удивляет новыми моделями, нашими ценами от производителя. Это тоже Барбара, это дубленочка. Вот она есть в трех расцветочках. Это белая, как на мне. Есть черная. И есть серая. Здесь тоже идет внутри набивная шерсть. Дубленочка очень легкая, очень теплая, мягкая. Длина, вот посмотрите, чуть ниже, да, не выше колена. Выше колена. Но у меня рост 1,70 м, поэтому как бы на разный рост она сядет по-разному. Цена этой модели 6500. И размер у нее идет до 60-го. Также получили вот такие вот дубленочки. Тоже набивная шерсть. Но здесь такая моделечка ближе к классике. Размер до 60-го. Цена 6500. Два цвета. Терракот и горчица. Девчонки, не забывайте подписаться на соцсети девчонок. И, конечно же, также заказывать. Отправляют любой транспортной компании. Следите за новинками этого бутика. И вы будете самые модные, самые стильные. И, конечно же, в тренде всех новинок. Получили модель куртки. Это до 48-50 размерчик. От 44. Цена этой курточки 6000. Наполнитель? Наполнитель биопух. Следующая модель. Здесь идет матовая ткань. Наполнитель биопух, который не оставляет следов на одежде. Вот. Здесь идет такой трикотажный манжетик. Куртка идет 42 размера по 50. Цена этой курточки 5500. Получили новую модель. Водоотталкивающая. Как раз для маленьких девочек. Они идут. Зеленая куртка идет до 48 размера, белая расцветочка идет до 50. Наполнитель биопух. Цена этой курточки 4500. Девчонки, получили креативные модели. Они идут в двух расцветочках. Есть черная, есть белая. Наполнитель биопух. Размер идет до 48-50. Моделечка очень комфортная, очень мягкая, тоже водоотталкивающая. Цена этим курткам 4500. Вот еще получили нашу гусиную лапку. Все ее очень долго ждали. Цена гусиной лапки тоже 4500. Здесь внизу идет кулисочка, которую можно подтягивать. И она будет бомбер. Гусиная лапка садится до 52 размера. Наполнитель биопух. Цена 4500. Еще у нас есть вот такая модель курточки, желтая. Для наших цыпочек. К
как раз на белом снегу, очень красивый актуальный желтый цвет. Курточка тоже идет до 48 размера, цена этой курточки 4500. Девчонки, получили вот такую модель куртки. Шикарно. Она идет внутри на кулисочке. Она очень легкая, мягкая, комфортная. Хочу вам сказать, что цены на куртки у нас от производителя, поэтому куртки идут все в оригинале. Никакая это не перешивка. Поэтому, девочки, спешим, заказываем, следим за нашими соцсетями. Цена этой курточки 4500. Наполнитель. Размер идет до 52-го, наполнитель био. Такой вот есть еще наподобие анорака, только здесь идут молнии, они расстегиваются с двух сторон. Курточка комфортная, удобная, мягкая. Цена этой курточки 3500. Но, девочки, это фабричный Китай. Размерчик идет от 42 до 48. Наполнитель? Наполнитель биопух. Получили вот такая вот моделечка, которая идет до колена. Размерчики идут с эски, то бишь 42 по 50 размер. Две расцветочки, это оранжевая и салатовая. Цена этим курточкам 4000. Или длинную спортивную куртку. Белая идет до 52-54 размер, ну и зеленая тоже. Съемный капюшон. Мягкая, удобная, комфортная. Размер 1, девочки. Если носите оверсайз, пожалуйста. Курточка стоит 4500. Наполнитель у нее идет биопух. И наши полюбившиеся зайчики с шапочками. Очень теплые, очень мягкие, очень комфортные. Цена зайкам 3000. Но здесь, смотрите, полная длина рукава. Зайка садится до 56 размера. Он идет в трех расцветочках. Черный, белый и зеленый. Для наших маленьких девочек мы получили кофты с неопрена. Это вот такие вот прикольные Микки Маусы. Она идет в белой, в черной расцветочке. Размер садится до 50-го. Цена этой кофточки 2800. Получили прикольных зайчиков. Они идут в трех расцветочках. Есть фуксия, оранжевая и белая. Очень симпатичный кролик. Крутые прям вообще. Если кто-то что-то не видит, пожалуйста, девочки, рекомендую приобрести такую вот зайку. Бросили хозяйки. Кролик. Она реально качественная, хорошая. До 50-52 цена этой кофты 2800. Качественные и хорошие кофточки. Пожалуйста. Также мы не забыли про наших девочек, которые идут в чуть-чуть более крупных размерах. Кофточка скажет, купи меня быстрей. Девчонки, мы начинаем получать большие размеры. Здесь размер идет где-то до 72-74. Большие. Это трикотаж, это Барбара, это Польша. Цена этой кофты 3000. Они сейчас будут в расцветочках. Будет и фуксия, и белая. Черная вот такая расцветка, зеленая сейчас вот так, но мы сейчас ждем поступления товара. Девчонки, также вот есть такие модели кофт, это тоже Польша. Трикотаж, трехниточка, цена этим кофточкам 3000. И тоже размеры идут здесь 60-62. Красивые. Девчонки, наши аппетитные женщины, пожалуйста, на линию. На линию Г23, линия В24, это большой двойной сквозной павильон. Мы находимся в корпусе Б, это 14 километр МКАД, рынок Садовод. Девочки, пожалуйста, приходите, одевайтесь, мы вам подберем любой лук. Ну и, девчонки, как мы ждали, мы получили нашу фабрику QGB. Размер здесь идет до 70-72. Объем этой кофты 160 и длина ее 80 сантиметров. Цена этой кофточки 4000, потому что очень большой размер. Но она очень комфортная, очень мягкая. Здесь идет двухниточка, трикотаж. Девочки, одели, получайте удовольствие. Хочу вам показать, мы получили на повторе нашего Мишку. Тоже размер здесь идет где-то до 52-го. Тоже двухниточка. Ну, наш Мишка 3000. Под любые брючки, пожалуйста. Получили вот такую новиночку.
Тоже здесь есть стразики. Стразики при стирке не отваливаются. Тоже качество классное. Здесь тоже двухниточка. Ткань сверху уже идет поплотнее. Не так, как футболочная ткань. Она идет, видите, здесь в рубчик. Хороший трикотаж. После стирки с ним ничего не будет. Мишка тоже 3000. Получили вот такую вот моделечку. Тоже очень мягкая, очень удобная. Тоже идет где-то до 52 размера. Ну и также стразики. Очень мягкая, очень комфортная. Получили вот такую новую расцветочку. Тоже под любые джинсы, под любые брючки вы ее оденете. Ткань тоже уже идет здесь, получается, внутри двух ниточках. Сверху чуть-чуть поплотнее. Вот эта кофточка садится до 54 размера. Тоже цена и 3000. Получили вот такую вот расцветочку. Здесь уже ткань идет поплотнее. Здесь идет трехниточка, более уплотненный капюшон. Размер идет тоже до 52. Вот ее можно хорошо комбинировать даже с вельветовыми брючками. Очень стильно, очень круто. Тоже цена ей 3000. Получили вот такую вот моделечку. Она у нас была в прошлый раз полоска. Сейчас у нас вот тоже идет такой открытый рукавчик. Тоже Мишка, тоже очень креативный. Тоже цена ему 3000, он садится до 54 размера. И вот такого вот Мишку получили. Класс. Ну, здесь размер идет до 50-го. Тоже цена Мишки 3000. Анют, ну а на тебе, которая кофточка, это тоже же? Фабрика QGB. Она тоже очень комфортная, очень мягкая. Также идет здесь двухниточка. Я знаю, что ты любишь сама и носишь здесь ее с удовольствием. Кофта садится до 56-58. Комфортно, удобно, очень мягко. Не хочется ее вообще снимать. Цена ей тоже 3000. Шикарная. Девчонки, что цены мы озвучиваем розничные. Кого интересует опт. Оптовые цены все в WhatsApp. Все рассказываем, показываем, перезваниваем. Общаемся по видеосвязи. И отправки делаем в любую точку мира. Мира. И Израиль, и Калифорния, куда хотите. То есть отправки и в Германию есть отправки, везде. Поэтому, девочки, спасибо вам за доверие. Вот, спасибо вам за заказы. Спасибо вам за все, за то, что вы у нас есть. Получили толстовочки. Сверху идет трикотажик. Внутри идет тепленькая. Здесь флис. Это уже зимняя моделечка. Длина здесь хорошая. Цена этой кофты 2800. Вот они идут в двух расцветочках. Комбинировать также можно с любыми брючками. Сюда можно одеть и желтые, и терракотовые, и коралловые, и какие хотите. Также, девчонки, не забывайте про нашего Микки Мауса, который теплый, прикрывает паховую зону. Цена этого Микки Мауса 2800. Он есть белый и есть горчица. Также получили вот такую толстовочку. Это уже на повторе. Здесь идет микромех. Очень теплая, мягкая, комфортная. Размер садится до 54-56. Цена ей 2800. Девчонки, получили вот такие вот уже свитерочки. Они тоже теплые, мягкие, к телу очень приятные. Здесь идет добавление шерсти. Цена этому свитеру 3000. Садится он до 50 размера. Я хочу вам показать еще кофты, которые мы уже повторяем. Тоже свитерочки очень теплые, очень мягкие. Мы в предыдущих видео их надевали на себя. Угу. Цена этим свитерочкам 2500. Девчонки, хочу вам показать еще свитерочки. Тоже садятся до 54-56. Тоже очень мягкие. Они идут в трех расцветочках. В двух расцветочках уже остались. Есть бордовая и есть черная. Цена этим свитерочкам 3000. Вот наши любимые свитерочки с добавлением ангоры. Здесь идет шерсть. Тоже длина рукава хорошая. Размерчик садится до 54-го. Он есть. Такие вот моделечки идут в трех расцветочках. И цена их? Цена этим кофточкам 2800. Также не забываем про наших ежиков, которые мягкие. Ну, здесь не только ежик, но ежик сказочный. Здесь еще есть сушки.
Жирафчик. Панда. Ой, расцветок очень много. Девочки. И такая панда. Девчонки, эти тоже свитерочки идут у нас по 3000. Ну, для подписчиков Тамары сделаем скидочку. Поэтому спешим, заказываем, утепляемся. Девчонки, получили также на повторе белого тигра, черного тигра. И также у нас на повторе есть тигрики, которые были в прошлый раз на Тамаре. И зайки, и мишки. Девчонки, страз очень много, все стразы не отваливаются. Все, посмотрите, как блестят красиво. Все стирается в машинке прекрасно. Цена этим кофтам 3000. Получили кашемировые свитерочки на повторе. Есть V-образный вырез, есть с горлышком. Расцветок очень много. Цена этим кофточкам 2500. Девчонки, выбирайте, утепляйтесь, подписывайтесь на соцсети девчонок. Отправку делают в любой город. Посмотрите, качество очень хорошее, мягкое. Девчонки, если кто надевал, приобретал эти модели, поверьте, с них уже никогда не выходит. Также получили шубки. Они идут внутри на велюре. И сверху идет тоже как стриженный велюр, как буклированный. Вот они идут в расцветках. Значит, есть белая, черная с желтым. Есть черная с мятой. Есть вот такая, как на мне, черная с салатовым. Есть еще черная с фуксией и черная с белым. Цена этим кофточкам 5000. Девчонки, получили вот такие еще меховушечки. Тоже внутри идут на велюрчике. Мягкие, комфортные, удобные. Здесь кто не любит капюшон, без капюшона. Два кармашка. У них две расцветочки. Цена им тоже 5000. Получили вот такую шубку. В ней идет хлопковая подкладочка. Она легкая, мягкая, очень комфортная. Размерчик у нее садится до 54-го. Цена этой шубки 5500. Вот такой вот Микки. Такой очень мягкий, мягкий сверху Тедди. Давай покажем рукавчик. Смотрите, как оформлен. Интересно. Акцентики просто взяты. И сзади взяты. Нас подмигивает Микки Маус. Говорит, купите быстрее меня. Не забываем про наши любимые брючки. Белые, черные. Брючки идут с элечки. L, XL, 2XL. Брюки садятся до 60 размера. Цена брючек 2600. Хлопок, да? Это джинса с хлопком. Очень мягкие, очень комфортные, очень удобные. Ждали нашего смайлика. В брюках идет полная длина. Здесь идет тоже джинса. Не тонкая. То есть до морозов можно смело в них ходить. Смайлик идет зеленый. Смайлик есть белый. Есть оранжевый. Есть красный. Красный страстный. И есть горчица, как на мне. Брюки можно комбинировать с любой кофтой. То есть под наши кофты от GB любые брючки будут очень хорошо смотреться. И цена брючек этим 2800. Размер этих брючек. Брючки садятся, они в одном размере, до 58 размера. Очень комфортные, удобные, мягкие. И длина, девочки, заметьте, полная длина. У меня рост 1,70 м. Получили джинсы на велюре. Очень мягкие. Они идут с 48 размера по 60. Вот такая интересная эти. Теплые. Есть вот такие вот на лисики. Тоже тепленькие, мягкие, комфортные. Тоже идут где-то с 50 по 58 размер. Цена брючкам теплым 3000. Вот эти моделечки идут в синем цвете. Девчонки, вот еще есть брючки на велюре. Они идут в черном цвете. Здесь тоже размер садится до 60-62. Полная длина у брюк. Есть вот такие вообще без ничего. То есть здесь зелененький у нас идет велюрчик. И уточка такая. И уточка. Ну, это кто не любит много всяких латочек. Поэтому, пожалуйста, классическая модель брючек будет хорошо вам на зиму актуальна к любой цветной кофточке. И цена?
Цена блюдечком 3000. Девчонки, получили еще трикотаж. Он идет тоже на велюре. Очень теплый. Вот, допустим, вот эта вот расцветочка будет хорошо сочетаться с нашей шубкой Тедиком, которая была с салатовым цветом. Также есть брючки черные с красным, вот такие вот более уже поярче, и черные с белым. Есть такие еще с салатовым цветом, просто уже продали сегодня. Завтра достанем со склада, будут в наличии. И цена? Девчонки, цена 3000, размер до 52-54. Девчонки, забыли вам показать. Моделечка идет длинная, ну это как раз на сейчас, весна, вточной рукав, весна-осень, вточной рукав. Размерчик садится до 58-го, мягкая, легкая, очень удобная. На этому пальто 4500. Девчонки, есть вот также пальто в черном цвете. Тоже удобный объемный капюшон. Цена этому пальто 4500. Размерчик идет до 58. Полная длина рукава. И здесь идет, видите, даже ниже икры по длине пальто. Так что, девочки, не забывайте, у меня рост 1,70 м. Кто выше, кто ниже, смотрите, как будет сидеть на вас. Также не забываем про мою любимую моделечку, которая идет с 48 по 58 размер. Сейчас чуть-чуть снижена ей цена. Цена пальто 6000. Идет вточной рукав, тоже длина идет ниже икры. Тоже модель очень прикольная, очень классная. И есть вот такая вот модель зимняя. Здесь идет размер до 60-го. Спущенная пройма, это одеяло. Очень удобно, есть молния, есть кнопки. То есть можно, если кто-то рупится, молнии не застегиваем, застегиваем кнопки. И плюс здесь еще непромокаемая ткань, и она идет матовая. Также есть манжет на рукавчике. Цена этому пальто 6500. Девчонки, вот такая еще есть креативная модель куртки. Она идет комбинированная с кожей. Мягкая, очень легкая, очень удобная. Она идет в двух расцветочках. Коричневая и черная. Цена этим курточкам 4500. Сейчас очень актуально жилеты. Как раз одеваем теплый спортивный костюм, одеваем жилет. Костюмы у нас тоже есть. Очень большой ассортимент больших спортивных, разные размеры. Костюмы, посмотрите, есть костюмы на флисе, есть трехнитки. Там как, какие еще, как они? Есть на альпаке. Велюр, на альпаке. Есть на велюре. В общем, к любой вам, к любому костюму, любую жилеточку мы вам подберем. Ну вот, посмотрите, жилетка садит до 52 размера. И начиная где-то 46-го. Ну и цена жилетки 4000. Интересные рукавчики тут, эти, манжетик такой. Да, она тут вязаная. Угу. И пройма хорошая. И расцветки, давай покажем. Расцветка есть черная с оранжевым, черная с фуксией, белая с фуксией. И еще раз цена. Цена 4000. И как на мне, черная с горчицей. Девчонки, приходите в корпус Б. Линия Г23, В24, первый этаж, 14 километр МКАД. Рынок Садовод. Следите за нашими соцсетями, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на YouTube-канал. Очень рады, что вы есть у нас. Я надеюсь, что вы рады, что мы есть у вас. Поэтому милости просим, приходите одеваться. Анют, спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня мне продемонстрировала, показала, рассказала о своем товаре. И, конечно же, спасибо вашей команде за то, что вы меня приглашаете. И я с большим удовольствием прихожу показывать вашу яркую, стильную, модную, креативную одежду. Поэтому, девочки, кто еще не успел утеплиться, закупиться, добро пожаловать к девчонкам. Если вы не можете приехать, то добро пожаловать в соцсеть. Все, мы не говорим до свидания. Говорим до новинок. И всем пока-пока.